like a nice guy. Yeah. Yeah. But we're Я в офисе по делам ветеранов. Мне тут надо разобраться с кое-какими бумагами рекардовыми. Не представляете, я сейчас сюда доехала с такими приключениями. Пропустила свой поворот, уехала по хайвею. Черт знает куда, следующий поворот был только через 4 мили. Я так перенервничала, это просто какой-то кошмар. Вот. Кое-как вернулась обратно, но не страшно то, что я проехала, страшно то, что начало как-то стукать колесо. Я боялась на хайвее, на большой скорости, не дай бог что-то случится. Так, окей, по-моему, я сюда. Вот давайте покажу вам, как выглядит здание снаружи. Такое вот. Здесь и разные организации для ветеранов. И клиника, и дентал офис. Я вот сейчас шла по пути, видела аптеки. В общем, все, я все дела здесь свои порешала. И поехали дальше. В общем, вот это колесо мне показалось как-то подстукивало. Левое, заднее. Вот так вот смотрю, вроде как все нормально. Да, вроде как все хорошо. Не знаю, что, почему, внешне ничего я не замечаю, по крайней мере. В общем, ладно, сейчас поезжу по городу и посмотрю, как будет это колесо себя вести. У меня сегодня много дел, поэтому буду ездить туда-сюда. И надеюсь, что смогу понять, действительно, это что-то происходит с колесом или мне просто показалось. Заехала во Fred Meyers, чтобы купить на матрасник. Тут разные есть, но я уже сейчас походила, потрогала вот эти вот waterproof, мне не нравятся, они какие-то скользкие, неприятные на ощупь. Вот этот вот матрас тоже waterproof не понравился. Ну а вот этот вот я беру, называется микрофибра mattress pad cool. Вот он нормальный, он такой мягкий, хороший. Вот. Такая сеточка тоненькая, которая по бокам будет натягиваться. Надеюсь, что он подойдет мне. Скидки на них. Был он 24,99, теперь 14,99. Думаю, что нормальный прайс. Ну вот, остановилась опять в Мидосе, вот это на автосервисе. Спросила, что может дергать в машине, если не колесо. Все равно я даже если стою, я чувствую вот такое дергание. Он мне опять дал мою распечатку, которую в прошлый раз они делали, и сказал, что вот этот вот кислородный датчик может так влиять, либо какой-то valve cover gasket set, который тоже они рекомендовали заменить. Вот тут, если видно. В общем, у меня сейчас есть два варианта. Первый — купить саму эту деталь. И у меня есть девочка знакомая, которая может мне в этом деле помочь, купить ее со скидкой подешевле, потому что вот они дали мне прайс 149,49. Есть тут номер, какой мне нужен этой детальки. В общем, я заеду, спрошу, за сколько я смогу купить ее. И работа будет стоить 38-33. И еще у меня есть телефон русского мастера. Игоря мне дали здесь в Анкоридже. Я ему пыталась сегодня уже с утра звонить, как раз вот по поводу этого кислородного датчика. Но он не взял трубку. Попробую позвонить еще вечером и спросить у него, сколько будет стоить работа. И, может быть, у него есть свои какие-то детали дешевле. В общем, буду разбираться еще и с машиной в эти дни. Заехала в банк Wells Fargo, чтобы предупредить их, что я уезжаю в другое место, в другой штат, возможно, даже в другую страну. И она меня научила, как делать это онлайн. То есть я могу свои планы
по путешествиям, вносить даже по датам, когда, с какого числа, где я буду, чтобы не возникало вопросов о незаконном использовании моей карты, например, из другой страны. Вот для этого это делается. Я теперь точно знаю как. Так что еще одна галочка в мой список дел, которые нужно сделать до отъезда. Все, ребята управились с крышей. Все собрали, все за собой прибрали. Все коробочки сложили, все инструменты сложили. Крыша такая красивая вообще. Раз, два, три, четыре дома готово. Осталось еще три. Мой в том числе. Вот в таком здании я только что побывала. Здесь находится агентство Dwell Realty, называется. Но, к сожалению, это агентство по продаже и покупке квартир, а не по аренде. Мне очень понравилось отношение этих ребят к клиентам. Мне предложили и водички, и присесть, и там пройти, и пожалуйста, и спасибо. Вообще обалденно. Мужчина, который со мной разговаривал, он потратил на меня целых полчаса. Звонил, искал каким-то знакомым, который занимается арендой, другие компании. Вот дал мне пару-тройку адресов. Вообще молодец. Вот казалось бы, зачем ему это надо? Я, по-моему, говорила, что не очень довольна прошлой своей компанией, которая занималась арендой моей квартиры в течение последних вот 5, наверное, лет. И вроде как поначалу было нормально, но последняя ситуация с последним жильцом, конечно, мое отношение изменило, когда и кровати не выбросили, и машинки, стиралку с сушилкой купили, хотя те были работающие, Рикардо пошел у них на поводу, и потом они сколько раз меня мучили, то цену сбавлять пытались посередине контракта. Уже не говоря о том, что когда Рикардо умер, я просила прервать контракт, там с меня запросили 7000 долларов за это. Ну, это, наверное, конечно, так положено по контракту, я ничего не говорю. Но даже не в этом дело, дело в отношении. Вот отношение, невнимательность к клиенту, назовем это так. Сколько раз мне не перезванивали, сколько раз мне не отвечали на месседжи, сколько раз мне приходилось туда ездить и натыкаться вот на это непонимание. Дважды я пыталась сменить адрес, и в последний раз они опять прислали вот эту налоговую форму туда, на Медвей остров, хотя Рикардо умер полтора года назад, они не удосужились сменить адрес, они не удосужились отметить, что человек умер, и я переняла наследство и аренду, они выписали вот эту налоговую форму на его имя, и мне пришлось, как вы помните, с ней бегать и в налоговую, и туда, в эту компанию, чтобы они переделывали. В общем, я хотела все-таки опять воспользоваться их услугами, потому что я очень консервативна и вроде как уже что-то искать новое не хочется. Но вчера поговорила с сыном, с Димой. Он говорит, ну вот представь, ты бы пошла в ресторан раз, пошла бы второй, а тебя там невкусно кормят каждый раз. И ты бы продолжала и продолжала все равно ходить в этот ресторан. Зачем? Надо обязательно менять что-то. Если не нравится обслуживание, надо поменять компанию. Я подумала, правда, почему я должна вот это вот все терпеть, когда компаний по аренде жилья очень много. Я все время думала, а вдруг еще хуже попадутся, а вдруг еще хуже. Ну а зачем думать о плохом? Надо думать в позитивном ключе и посылать во Вселенную позитивные сигналы. Надо думать, что я найду лучше, у меня все будет лучше, у меня все будет хорошо. И тогда действительно будет все лучше и действительно все будет хорошо. Заехала я сейчас во Фред Майерс и сдала тот на матрасник, который вчера купила. Не понравился он мне. Я думаю, посмотрела внимательно. Он какой-то все равно жестковатый, некомфортный, не хочу. Даже если я понимаю, что это не для себя, все равно не хочу плохое.
И я вспомнила, что мы с Рикардо в прошлый раз на матрасник, который мне очень нравился, покупали вот здесь в магазине Bed Bath & Beyond. И я вчера разговаривала с Ханифой, она мне сказала, что еще можно посмотреть в Берлингтоне. Вот я сейчас здесь гляну по пути и поеду, может быть, еще туда съезжу. Но вот здесь уже лучше. Вот такой 100% коттон. Топ, mattress pad, стоит $27.99, $28. Вот еще подороже, full 37. Я не помню, какой мы покупали. Вот, а Ханифа мне сказала, что она купила в Берлингтоне, стоил 46 или 49, она купила за 16 со скидкой. То есть вот там можно будет еще посмотреть. И вот все же доехала я до Берлингтона. И здесь вот такие на матрасники. Такой по $19.99, был по $31.49. Так, дальше. Большие. Квин. Фу, вот. По-моему, вот это прекрасный матрасник. Из моих только два варианта. Либо вот этот. Фулл 19.99, либо вот этот 14.99, с одной из двух. В общем, беру вот этот на матрасник, один он единственный, последний, как будто меня специально лежал, ждал, нормально, мне он понравился, я его уже подкрывала немножечко здесь с краешку, посмотрела. Ну, чем хорошо покупать в Америке, всегда в любую минуту можно сдать, даже без чека. Вот я сейчас во Фред Майерсе сдавала на матрасник и куда-то уже выбросила чек. Посмотрели по карточке, что да, действительно я покупала, расплачивалась и все, вернули деньги без проблем. Так что в этом плане страна очень благодарная. Заехала в Diamond Center, 100 лет здесь не была. Хотела сдать золото. Сейчас спросила, она мне объяснила, напротив ГАПа, вроде ничего тут я не вижу, какой-то киоск должен был быть. Сейчас буду искать, может вот там, сейчас буду спрашивать. Ну вот, зайду в Old Navy. Блин, я, наверное, год здесь не была. Раньше частенько сюда заскакивала. Хожу здесь, может, что-нибудь интересненькое увижу, но сейчас покупать мне ничего не хочется перед отъездом. Все у меня есть, тащить с собой ничего не охота. А вот он, наверное, вот Be by Gold написано. Да. А вот здесь сейчас я спрошу. Да, действительно, в этом киоске принимают золото, но человека, который этим занимается, нет на месте, он будет только в 6 часов вечера или завтра, поэтому я решила зайти в Best Buy, и в который уже раз смотрю вот на эту Сонечку, экшн камера, 3369.99. Куплю, наверное, я ее все-таки. Ну что, я уже, наверное, год на нее смотрю, если не больше. Ну, такая маленькая, хорошенькая. Как раз дорога очень удобная. У меня вот эта камера, на которой я сейчас снимаю, уже все равно старая. Та-дам! У меня новая камера! Ура, ура, ура! Стоит она 369.99. Вот такая коробочка. Ура! Как давно я этого хотела! Надо себя баловать, и мечты должны сбываться. Если чего-то очень хочешь, значит, надо это купить. Итак, буду сейчас стелить новый чехол и заодно вам его покажу. Вот, очень мне он понравился. И вот сейчас я смотрю на него и просто довольна, что я сдала тот. Я тот вам даже не стала показывать, потому что я открыла, посмотрела и все. Ну, не понравилось, не захотелось даже стелить. А вот этот очень приятный на ощупь материал.
Здесь вот по краям такая плотная сетка, как бы внутри такая подложка. Он не толстый, этот чехол, но это и хорошо, потому что у меня матрас сам по себе очень хороший и мягкий. Сюда не нужно такую мягкую подстилочку. Вот это вот самый раз. Ну и вот сейчас я ее натяну и посмотрим, что получится. Ну просто прелесть, просто. Вот посмотрите, какая красота. Это вообще, он идеально сюда подошел. Точно, точно по размеру. Вот это вот штучка, она тянется, и поэтому очень хорошо сюда заправляется за края. В общем, я целиком и полностью довольна этой покупкой. Ну и напоследок небольшой обзорчик новой камеры. Ох, вот она, вот она, моя красавица. Эта камера в два раза меньше, чем та, вот на которую я сейчас снимаю. Canon Vixia Mini у меня был. А вот это у нас Sony. Сейчас я вам скажу модель. XDR-X3000. Digital 4K видеокамера рекордер. Вот, она в чехле. Я даже не знала, что у нее есть чехол водонепроницаемый. Даже в чехле она не громадная, не громоздкая. Такая вот небольшая. Так, снимаю чехольчик. И вот она. Без чехла вообще малипуська. Какая приятная на ощупь. Беленькая. Я люблю белую аппаратуру. Вот все у меня и компьютер белый. И вот эта старая камера беленькая. И вот это. Какая прелесть. Для меня очень важно, чтобы на ощупь вещь была приятной и на взгляд, на вид красивой. Вау. Плохо, конечно, то, что в ней нет экранчика. Вот такой вот только маленький экранчик. А вот такого, как у моей нынешней, чтобы снимать и смотреть, нет. То есть придется наугад. Но тут угол обзора широкий, и поэтому, в принципе, трудно промахнуться. Хотя мне, конечно, будет очень непривычно. Первое время я привыкла постоянно смотреть в этот экран и знать, что я снимаю. Надеюсь, у меня получится, я научусь, по крайней мере, попробую. Здесь подставочка какая-то, площадочка вот такая, зарядка, USB-порт и мини-USB. У меня таких много шнуров на самом деле. Батарея тоже небольшая, маленькая. Все в два раза меньше, чем у меня было. И это очень хорошо, потому что когда едешь в дорогу, то каждый грамм и каждый сантиметр на счету. Ну и все, собственно говоря. Здесь у нас инструкция. Вот давайте я как-то так встану и по кругу поснимаю на эту камеру. Вот так. И сейчас то же самое сделаю на новую и посмотрим, есть разница или нет. Итак, почему-то написано, что 5 минут всего у меня, хотя карточка на 64 гигабайта и вся она пустая. Я ее отформатировала. Вот сейчас сниму этот кусочек и посмотрим, а что получилось. Попытка номер 2. Теперь мне показывает, что у меня осталось 8 часов 44 минуты съемок. Но это совсем уже другое дело. Я установила режим MP4. Посмотрим, какое получится качество изображения. Вот это то, что я только что сняла на старую камеру и на новую. И теперь давайте выйдем во двор и посмотрим. Первый раз эта камера увидит свет. Так непривычно, что нет экрана. Не знаешь, что снимаешь. Но на самом деле удобно ее направлять. И поскольку здесь рыбий глаз широкий, то в принципе угол захвата довольно большой. Сколько раз я вам показывала наш двор.
на старую камеру, и вот первый раз вы его видите на новую камеру. Ну и себя. Первый раз мы смотрим глаза в глаза с этой камерой друг к другу. Ну и ладно, уже теперь как получилось, так получилось. Тест, камера прошла. Я буду заканчивать сегодняшнее видео. И прощаюсь с вами. Всех целую. Всем желаю всего самого-самого доброго, хорошего. И всем пока-пока.